В управлении по вопросам миграции Смоленской области прошла торжественная церемония вручения паспортов. 70 иностранных граждан присягнули верности своей новой родине. Выходцы из Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать ее культуру и традиции. Среди присутствующих были и соотечественники, которые добровольно решили вернуться из-за рубежа. Прибыл в Россию, получил разрешение на временное проживание, затем получил свидетельство участника программы соотечественников, проживающих за рубежом. Следом получил гражданство Российской Федерации и принял присягу. Новоявленные граждане искренне благодарили сотрудников полиции и выражали готовность вносить свой вклад на благо России. Обязанность принять присягу гражданина Российской Федерации возлагается на иностранных граждан и лиц без гражданства с сентября 2017 года. Олег Соловьев, Светлана Разганова, Десна ТВ.